Очень важно работать над своей самооценкой, потому что это то, как мы себя оцениваем. То, как мы себя оцениваем, мы себе это и разрешаем. Мы все ищем значимости в разных формах, не осознавая, что прежде всего обязаны дать значимость себе. И это напрямую связано с законом стопроцентной ответственности за свою жизнь. Вспоминайте, как воспитаны вы. Женщины воспитаны либо в духе патриархальных, да, традиций, то есть подчинения мужчине. Подчинение мужчины, авторитет, я буду делать так, как он говорит, потому что он сильнее. Это одна традиция, вот та, которая наблюдает перекос. Либо вторая, особенно послевоенное время, когда очень много мужчин убили на войне, женщины взяли на себя мужские функции. И выработался такой стиль женщины, да, такое существо, которое женщина называет сложно, называется оно баба. Вот я так себе называю, баба. Баба, особенно есть картинка в интернете, для меня такая яркая иллюстрация. Бревно на плечи и пошла, и понесла, да? Или есть такая песенка чудесная. А наши женщины копали и двигались вперед. Если хотите посмеяться, найдите в интернете. А наши женщины копали и двигались вперед. Да, песенка про мужчин и про женщин. Вот, достигаторами. То есть есть те женщины, которые ощущают свою ничемность, слабость, да, они априори привыкли перекладывать ответственность на других людей, на мужчину, в частности, за свою жизнь, свое счастье, либо другие достигаторы. Вот для нас ничего не существует, море по колено, я сама, и вот это я сама, пока в сороковник 50 она не сляжет с кучей болезней, и уже ничего ей в радость. Значит, деньги есть, авторитет есть, значимость есть, а счастья нет. Вот, поэтому это все дисбаланс и не ощущение собственной значимости. Да? То есть мы не даем себе вот это чувство защищенности, доверия к миру, да, что я важна для этого мира. Девчата, очень важно понять, многие здесь есть верующие, многие неверующие. Я человек не религиозный, но я глубоко внутри верю в высшую силу, да, вот это творческое начало, которое сотворило всю эту игру под названием «Жизнь». И поэтому, если я здесь есть, в этом мире, так же, как и вы, то для чего-то я нужна этому миру. И важно, когда вы перекладываете свою ответственность за свое счастье на чьи-то плечи, да, кому-то другому даете эту ответственность за свое счастье, важно понять, что не всегда вам вернут ощущением вашей значимости, а чаще всего не вернут, чаще всего. Поэтому как только вы будете значимы для себя, вы автоматически начинаете становиться значимой для всего остального мира, для других людей. Но когда вы ищете этой значимости в других глазах, да, не даете себе, не привязываете себя к Творцу, а привязываете себя к другим людям, вот там точно вы не получите обратки. Вот только наверх, вот только привязываясь к Творцу, только оттуда, напитываясь энергией и испытывая благодарность за сам процесс жизни, мы можем напитаться вот этим значимостью. Если я пришла в этот мир, если наделили меня определенными талантами, я нужна для этого мира. Да? А значит, мне есть чем с ними поделиться. Вот это должно быть основной мыслью. Как только у вас какая-то боль возникает, девочки, боль, стресс, что-то не то вот такое, которое вас мучает, туда наверх энергию, да, вот оттуда энергию, не от этого человека. Ваше счастье зависит только от вас, только от вас. 100% ответственность. Что это значит? Я сама моделирую ситуацию в своей жизни. Я сама создала картины, даже если вы сейчас со мной не согласны. Я сама создала картины кредитов, безденежья, без мужества, да, что там еще, детей, которые не уважают, родителей, которые нет контакта, друзей таких вот, ни таких, ни сяких, да. Я сама создала эти картины. Я сама. И я сама способна изменить. Через много-много каких-то движений, через изменение установок, через изменение окружения, через изменение состояния, через изменение навыков, через изменение решений, которые вы будете принимать после того, как вы все предыдущее изменили. То есть базу, когда вы всю базу свою, которая заложена у вас в голове, изменили,
то тогда ваша жизнь будет изменяться, картина мира будет изменяться ваша. И все это мы делаем на наших программах, и это делается, девчата, не за один день. Иногда вот этот ледокол, как я его называю, помните, кто еще помнит, со мной наравне учился, ледокол Ленин мы учили. Вот этот ледокол, когда идет в одном направлении, его развернуть достаточно сложно, да? Но если вы уже его развернули, он уже пошел, эта махина, в другую сторону. В другую сторону. И вы на нем едете и наблюдаете, как жизнь ваша изменяется. То есть вот задача ваша – научиться поворачивать пространство через свои внутренние изменения.